У нас гости! Я слабил, кажется. Thank you.
голоса.
После обнаружения странной задачи от 400-го я уж было подумал, что ты отклоняешься от пути, который поможет нашей стране и конгломерату. Но я ошибался. Родина этого не забудет. Эй, привет. Это Элеонора. Здравствуй. Еще раз хочу поблагодарить за помощь с медикаментами. Они уже отправлены нужным людям. Рад был помочь. Слушай, по поводу вашей организации, правда? Можешь рассказать о ней подробнее? Правда была основана еще до дня Х. Началось с моего ухода из Нового Света. Меня беспокоило, что происходило внутри департаментов конгломерата, особенно в отделе «Медуза». Проводимые эксперименты, скрываемые от общественности и даже правительства Советов, меня очень пугали. Тебе известно о случае в Изумайловске? Да, до меня доходили слухи. Это не слухи. Объект 147. Подопытный вошел в конвертатор и появился за сотни километров от места проведения опыта. Самое страшное, что подопытный перестал быть нормальным человеком. Как бы ужасно это ни звучало. Значит, это правда? И какова ваша конечная цель? Разобраться, кто же виновен в произошедшем на самом деле. История про Огнена и то, как он уничтожил весь мир, звучит не слишком правоподобно. Учитывая то, что нам уже удалось узнать. Если честно, то за последнее время я тоже услышал от своих кураторов массу странных вещей, доверие которым, мягко говоря, не особое. Хоть я и не знаю, о чем ты, но примерно понимаю твои ощущения. Никто ничего не говорит, но ты понимаешь, что происходит что-то совсем нездоровое. К слову, я не просто так с тобой связалась. У нас есть еще одна задача. И возможно, что она в том числе поможет тебе найти ответы на возникшие вопросы. Да, слушаю тебя. У меня появились данные о неком комплексе «Подземка». С его помощью Новый Свет скрытно мог перевозить грузы по территории Граничного под землей. Однако важно здесь то, что в полученных мной документах говорится о неком грузе под индексом 147. Очень странно, что значение совпадает с объектом 147, то есть с безумцем. Мне кажется, что подземка скрывает в себе что-то ужасное, но в то же время полезное для нашего расследования. Мне нужно отправиться туда? Где она находится? С этим сложность. Это секретный объект. В документах не упоминается квадрат или координаты, по которым можно было бы найти вход в комплекс. Я попробую узнать об этом. Хорошо. Держи в курсе. Эй! Михаил? О, да ты меня напугал. Наливал себе чай тут. Чего такое? Ты знаешь что-нибудь о подземке? Знаю. Это не то место, которое тебе стоит посещать, дружище. Как раз его мне и нужно посетить. Спорить не буду. Но я скажу тебе координаты только после того, как ты, обезопасишь себя. Я не хочу брать на себя грех и отправлять тебя на смерть. Да что там такое? Чернь. Слышал о таком? Нет. И хорошо, что не слышал. Это подземные твари. В каком-то смысле, это одна из разновидностей безумца. Мутанты человека, что ли? В определениях я не силен. То ли работники, которые там остались, то ли еще чего. Я знаю только две вещи. Во-первых, оттуда еще никто не возвращался. А во-вторых, тебе понадобится пугач. Это такой специальный фонарь, освещение от которого чернь боится. Где я могу его достать? Есть на острове один тип. Странный мужик, отшельник. Но мастер отличный. Имени его не знаю, его все зовут инженером. Говорят, что всю семью потерял, и после этого спился и стал жить отшельником. Ищи его в квадрате Е5.
Вали отсюда. Что? Че ты штукаешь, мать твою? Тебе чего тут надо, ублюдок? Поживиться чем-то пришел. У меня есть для тебя пара свинцовых. Эй, полегче, я не мародер. Мне сказали, что где-то здесь я могу найти инженера. Кто сказал? Михаил, торговец из Оазиса. Предположим. И что тебе надо от этого инженера? Пугач. Нехилые запросы. Так инженер, да, это вы? Тащи мне пару бутылок водки или чего-то еще горячительного. Вот тогда и поговорим. Понял. Братва, я что-то слышал!
Опа-на! Нам пожаловал! Я забыл, кажется. Лови в морду!